Приз в обмен на чек. В Петропавловске подвели итоги акции «Семечки три семерочки дарят подарки». Пылесосы, фены, мультиварки. В канун майских праздников 50 счастливчиков получили презенты от богатырского продукта. Александра Салмина познакомилась с самыми удачливыми покупателями. В очередной раз «Семечки три семерочки» дарят подарки. Мультиварки, телевизоры, пылесосы, пледы. Призы из пачки уже ждут своих хозяев. Полезную вещь сегодня получат 50 счастливчиков. А вот и те, кому улыбнулась удача. Каждый обладатель подарочного купона сначала проходит регистрацию, затем опускает листок со своими данными в барабан. Богатырский продукт для своих покупателей подготовил дополнительные подарки. Что это, они узнают чуть позже, а пока вручение основных. Любителям семечек «Три семерочки» холодно не будет даже в самую ненастную погоду. Согреют эти пледы. Ресте Кубенова раньше ничего не выигрывала. В феврале ей впервые повезло. Купила пачку семечек «Три семерочки» и нашла купон. Говорит, защитный слой стирала без особого энтузиазма. Но результат порадовал. Сегодня получает чайник. Очень хороший подарок, полезный в быту. Тем более чай мы любим, и богатырский продукт тоже. Дети мои часто покупают пельмени, вареники, семечки. Все очень вкусное. А вот Жанар Бегалинова и ее брату Руслану повезло по-крупному. В заветной пачке их ждал купон с плазменным телевизором. Кстати, выиграть его помог случай. Семечки «Три семерочки» им дали в магазине на сдачу. Но богатырскую продукцию в этой семье они сами всегда охотно покупают. Когда нужно быстро приготовить обед, а времени нет, на помощь приходят вареники, хинкали и пельмени. По сравнению с другой продукцией, мне кажется, они все-таки более качественные. Они не развариваются. Состав фарша очень вкусовые, качества отличные. Нам нравится. Богатыри производят много видов макарон и лапши. В ассортименте больше 20 наименований продукции. Ее реализуют не только в Казахстане, но и в России. Среди постоянных клиентов – амичи и челябинцы. Руководство компании делает особый упор на качество продукции, на квалифицированный персонал. В пельмени никогда не добавляется соя, поэтому нашу продукцию любят и уважают не только в Петропавловске, Северо-Казахстанской области. Мы широко представлены в нашей столице Астане. Помимо этого, мы пользуемся очень большим спросом в таких регионах, как Степногорск, как Читав, Ерементау, Икибастуз, город Рудный, Темиртау, Семипалатинск и многих-многих других. Вручение продолжается. Елена Ремигайловна пришла на розыгрыш с сыном. Семечки «Три семерочки» ее семья покупает каждый день, а потому и призов достается больше. Богатырским продуктом мы постоянно пользуемся, на столе он у нас постоянно. Ну вот сегодня мы выиграли чайник и пылесос, будем пользоваться. Очень приятно, что есть такая акция, проводят. Спасибо. А теперь время для раздачи дополнительных призов. Богатырский продукт решил подсластить радостный момент. Разыгрывают фирменные торты «Тамерлан». Все участники розыгрыша получили по пачке любимых семечек «Три семерочки». Возможно, в них снова окажется купон с выигрышем. Кстати, счастливчики, которые живут в отдаленных районах, тоже получат свои подарки. Их доставят им домой или в магазин, где они покупали семечки заветным вкладышем. Александра Салмина, Владимир Боровков, новости МТРК.